Всем привет! Всем хайпусиков. В общем, мы решили все-таки поехать на море. Мама сегодня с утра написала, поехали. Мы собираемся на военный пляж. И это мы сейчас на всем разговаривали. Первый пляж... Первый пляж в Таиланде, в котором мы вообще были, купались, когда первый раз прилетели сюда. Вот, поэтому сейчас мы отправляемся на байке до деревни, а оттуда уже на машине, в кузове. Как в первый раз соберемся, поедем на море, хоть позагораем. Да? Ты ничего не говоришь. Перебиваю. Я молчу, говори. Я сонный. Макс вообще сегодня... Ты сколько поспал? Ну, я уснул в 6, встал почти в 10. А я вчера, как пришла, действительно уснула и проснулась в 7 утра. Мне классно. Единственное, я не хотела почему сегодня ехать, это только потому, что мне вечером на работу надо. А так, ну, в принципе, ладно. Короче, мы уже приехали. Кстати, хотела посмотреть. А, тут цветочки все-таки. Мне показалось на видео, что здесь ягоды. Короче, сейчас решили, что если проблемы будут с военным пляжем, то мы поедем по магазину, как нам сказали. Потом посмотрим. Все нас ждали, что на машине приедем. А бутами не ходить! Почему? Потому что помыли полы. После вас вчера. Штраф 200 бат. Чего это? Писка, доставай. Чего это? Вы готовы? Дети. Вы готовы? Там такое ветрище. Куда вы на море собрались? Вообще не понимаю. На море. А нам какая разница? Все как это, как в первый раз. В багажнике. Ладно, без рук. Оп. Купальником? Да. Подушечки. Достанешь очечки? Если что, стучите. Если успеем. Если не слетим. Если что, вы стучите. Давай, чего не выезжать. Тихо. Пока! Пока! Позагораем. Ну чё? Солнечный день в Лобби. Солнечные ванны. Пирожок с мясом и с капустой. А чё это я с капустой? Ну ты так. У меня вот, видишь, мясо, а у тебя вот капуста. Опять начинается, да? Что ты катаешься? Что, пьяная, что ли? Берет мне тут подушку, дергает. Наглый. Салют! Это тоже будет хорошо, потому что мы поедем по магазинам. Да, я спать.
70% тела, если татуировано, то вроде нельзя ванну. А что делать? А? Типа не берут ванну. Андрей пошел платить. За счет. Ну, вроде пропускают, вроде проблем нету. Ну, значит, да. Вот ну, объясни, что... А что новый король... Оставляют, в залог оставляют права, чтобы проехать на военный бич. То есть оставляешь и на дальше... Бич. Ну, папа сказал, милитари бич. И все, оставляют права, выдали вон какую-то фигню для пропуска. Пропуск покажи. Как раньше было, для воды. Такой. И все, поехали, го-го. Проехали только что еще одно КПП. Все, да, по-моему, больше не будет. Короче, мы остановились сейчас купить билеты входные. Потому что пляж платный. Настя, пойдем со мной, покажу тебя. Настя. Ребенок, да, ребенок. Да. И все, и поедем уже на пляж. Пошли за билетами. А, типа, взяли два билетика, ну, в смысле, взяли билетики. Вот так они выглядят. 100 для взрослого и 50 бат на ребенка. Желтенький на ребенка, синенький на взрослого. Вот, надеюсь, что там море нормальное, потому что последний раз, когда мы там были... Ну, вряд ли будет плохое. Ну, будет плохое море, грязное, потому что ветер сильный. Вон, мальчики военные. Не, когда мы достанем, они будут холодные. А, вот так вот, а? Доехали мы. Сколько мы здесь не были? Полтора года, да? Мы с Дашкой ездили. А чего ты не взяла эту самую палочку? Потому что она у меня сломалась. Палочка. Влоги плохо смотришь, сегодня говорила. Грызла она ее. Вот. Ты знаешь, что надо ездить? Надо вот селфи-палку? Да. Короче, селфи-палка на GoPro, знаешь, дорого стоит. Благодарю. Все, наконец-то мы приехали. Да, мы приехали. Здесь давно не были, и у меня нет планов купаться. Мотоцикл, парковка. Чё? А мотоцикл, когда у тебя с мамой были какие-то планы? Чё, мотоцикл? Мотоцикл, парковка. Всё надо делать, экспромт там. Тогда все хорошо получается. Да? Да. Ничего не планировать? Сама? Да. Мы же там это подбивали. Вот так вот. Папа, как дела? Хорошо. Тепло, греет на солнышке. Ну там готовят прям все к чемпионату. Какой чемпионат? Почем? Ну по парусникам походу. Че, возьмем? Подстилки и стульчики. И будем уже располагаться отдыхать. Детский сан беды. Стол, стул. Детский сан бед. Диск сам. Такие стул. Есть свободные? Бедрум. Where is my bedroom? Where is your bedroom?
Where is my bedroom? Where is my bedroom? Where is my bedroom? Whoa. Whoa. Where is my bedroom? Whoa. Home is my bedroom. Что? Чего? My drum был? Чего ты там сказал? Drum my bedroom. Where is my bedroom? Where is my bedroom? Where is my bedroom? My bedroom is my bedroom. Ну, горочок. Ну, горочок. А потом стульчики выбирает. Паруса получили. Что, давайте? Да так, удобнее идти будет. Равно здесь? Да. Ничего не дает. Смотри, второй блок ничего не дает. Все сам. Папа все не сам. Давал. Ну что? Там никому нет. На родоме меньше. То, что меньше, никому нет. Ищите кому куда. Не можешь ли там сдвинуть ближе на это? Сейчас самый пик приехал. Ага. На этот сдвинуть. Ой, я шкурнуть хочу. Так, а переодеваться, а переодеваться вот там. Такой этот. Переодеваться туда там, топать. Да. А может быть здесь? А здесь тоже где-то душевые были. Должна быть, да? Вот туда иду. Топ. Повыше и за углом. Топ, стул. Девки приедут, будут жвачку просить. Воу. Воу. Жвачки у них там нету. Дым сигарет с ментолом. Пьяные в угаре. А? Чака-чака. Твою маму тоже могут сказать. Ну, переводи быстро. Привет всем. Кинг-Конг. Меня зовут Кинг-Конг. Опа! Я Кинг-Конг. Осторожно! С гор спустился Кинг-Конг. Я приехал в Сочи. Там море холоднее. Почему не скачал Макарену? Чего, цветочки? Короче, все, мы поплавали. Но мы не плавали, все поплавали. На улице нет солнца и поднялся ветер, поэтому самым правильным решением было поехать домой. Опять у тебя темный светлый волос. Думал, мой сначала. Поэтому мы сейчас отправляемся домой. Поговори что-нибудь, я уже устала говорить. Обезьяна! А вон обезьяна. Напугалась? Обезьянка. Только аккуратно, они дикие. А, вон они на машине сидят, да? Тут прилазит, пойдем, да? Вот она по земле ходит. Ты все равно ее видно не будет. Да вон она на машине, я подойду. Не подойдешь, она убежит сразу, Тань. Либо укусит. Либо сразу. Укусит, а вот если укусит, это капец плохо, поэтому не надо. Вот, смотри его. 30 тысяч бат стоит. Ой, там их две, не надо. Игорь. Смотрите, тут самец, они кусаются. Нам надо сесть и все. О, смотри, с детенышем. Ой, Игорь, ой, Игорь. Мама, не бойся. Не бойся. Вот, они вас едут, да, и резать. Ой, я сейчас боюсь. Иди сюда. Мама, Игорь, убери. Смотри, ау, ау. А это прям малыш, прикинь, прикол. Вы окно не закрыли? Да, и там обезьяна была. Да. Блин, я сама боюсь. Ну, залазь и ничего, я отпугну. Мне в глаза смотрит там. И там Антон. Блин, у меня аж руки, мама не убежала. Ну, постараемся здесь сходить. Она сама
еще одна обезьянка лезет. Садись. Все, поехали, пока они нас не доковали. Тань, садись. Да, под ноги. Да, они жрут. Ну пока, ну понятно, они сейчас это. Поехали, пока они жрут. Я записывала. Да? Да поехали уже. Ага, сидят, закрылись в машине. Мы же поедем, а? Ну, орехи. Не тупые, наверное. Бутылку на. Орехи знают. Сама в кусты. Не понимаю, что в кустах там и змеи, и все что угодно может. Так что все.